небольшой перекус. Ой, за 114 рублей купил по акции в Магните. Это у нас торговая марка Дива. Студень, свинина, русский, 300 грамм. 100% натуральный продукт. Вариант сервировки. Салат. У нас немного его есть, картошки нет. Сверху укроп, зелень. Ну, это понятно. Но нам достаточно будет самого студня. Без хлеба, без картошки. Мы его съедим. Сначала подумал, его надо разогреть. А потом промелькнула мысль, что это не та история. Холодцы и студни не разогревают. Или я что-то путаю? Угу. Короче, готов к употреблению. Пробуем. Ой. Студит. Неплохо. Как холодец. А это он и есть. Брать можно. Там еще в Магните были различные варианты от других торговых марок. Но этот сойдет. Так что ладно. Засолочь, торговая марка. Морковь ча с грибами по-корейски. Ну что ж, пробуем. Различных производителей встречается. Вроде бы такую еще не брал. В Магните, по крайней мере, я ее купил. Ну что ты будешь делать? Не откроешь, а? Этот засолочь. Собака серая, неохота вставать за ножом. Сейчас мы ее не мытьем, так катанем. И распробуем. Морковь ча с грибами по-корейски. Убираем в сторону. И заценим. Ну-ка. Грибы где здесь? А, внутри вон. Наверное, шампиньоны какие-нибудь. Ну, ясен, перец. Главное, морковь. А где грибочки? Вот сейчас и их распробуем. Ну, все повалилось. В общем, с курицей, салатом нормально. Так, знаете, что я купил? А именно сельдь. А что ты будешь делать? Захотелось мне. Торговая марка «Буревестник». Сельдь тихоокеанская, филе кусочки, соленая, с петрушкой и клюквой. Охотничья в масле. Ну что, надо попробовать ее, охотничью в масле. Сейчас как маслом крышка даст. Аккуратно, надо, аккуратно открывать. Так, и выкинуть сразу. Так. Так, смотрим. Что-то микроволновку вообще. Какую микроволновку? Стиральная машина на взлет пошла. Пробуем кусочки. Надеюсь, она нам не мешает. Вижу петрушку, бруснику, видимо. Сейчас улетит. Заценим. Так, куда побежал? И сверху вот так. Ягодку. Подожди минутку. Нормально. Брать можно. Так что в районе 90 рублей стоило. Рыба тоже полезна. В каком плане тоже полезна? Хотел сказать, дорогая рыба. Семга, палтус. Нет, и обыкновенная тоже. Для витаминчиков и других полезных вещей.